Всем приветики, с вами Дейдара 2.1, и я спустя фиг знает сколько, очень давно, наверное, год примерно назад, я запускал последний раз Tekken, я его даже удалил и вот заново поставил, и меня что-то так начало угорать просто играть в вот эти охоты со сокровищами. Тут, да, дофига новых персов появилось, смотрите, какой угарный костюм у этого чувака. Я вообще рандомными персами играю, то есть рандомно выбирал, рандомно играл. Сейчас что-то остановился на Йошимитсу, я такой, ну пусть будет Йошимитсу, хорошо. Я им играл уже пару матчей. Короче, прикольно, что оно тут, видать, с онлайном или с чем-то синхронизируется, костюмы какие-то загружает, еще что-то. Ну, прикольно сделано. Вы смотрите, какие у них костюмчики. Я даже, кстати, не знаю, какая тут сложность стоит. Если тут вообще стоит сложность, как типа нормала, может. Надо, кстати, посмотреть, можно ли тут побольше сложности сделать. Реально даже интересно. Блин, хочется дальше продолжить. Ладно, давайте завершим бой со сокровищами. Даже интересно, можно ли вот эти бои со сокровищами, я уже не помню, серьезно. Сложность боев с ИИ очень сложно, да ладно. Серьезно, невозможно. А, очень сложно, наверное, в сюжете, а если невозможно поставить. Давайте попробуем, да? Невозможный. Окей. Давай также бои за сокровище. Просто мне что-то не угарнули. Йошимитсу, кстати, хорошо пошел, наверное, на нем и остановимся. Иногда просто хорошо запустить что-то такое, прям. Вау, тут уже какие-то наборы есть. Это явно не я собирал, чтобы вы понимали. Вот это мой, да, личный. Остальные тут рандомные какие-то. Давайте как вот этот прикольный выглядит. Давайте вот этого Йошимитсу запустим. Там уже персов столько вообще, особенно сверху арены там новые. Еще что-то у меня арен нету, персов нету. Вот так вот. У меня только один перс, Элиза, и то я, по-моему, блин, да, ее не было. Я Tekken взял вообще, когда в геймзоне работал, он еще не вышел, сам прикольно, он должен был выйти, нам его привезли раньше. Я такой, как хотите, короче, вот деньги. Я, короче, его беру домой, я начал играть. Я помню, не мог выбить платину из-за одного трофея, из-за онлайн этого ранга, который не работал, кстати говоря. Он стал работать намного позднее. Это было так прикольно, я помню, вообще. Я, если бы там онлайн работало нормально, я помню, я сыграл, по-моему, одну игру еле-еле, потому что там вообще не искало никого. Так, аккуратненько сейчас, секундочку. Опа! Да. Вот. Я вообще молодец. Оп. Так вот, не искал никого, я сыграл одну игру в онлайне, а там, по-моему, три игры, что ли, надо было, и причем выиграть в онлайне. Я, по-моему, вот одну сыграл, потом я сумел на следующий, по-моему, день после работы сыграть вторую игру, насколько я помню, и третью очень долгое время, пока не пофиксили, не выпустили патч какой-то там первого дня, что... Ой, не первого дня, а через сколько он там... Дня 4-5 вышел, тогда я выбил только платину, я помню. Короче, уже так много времени прошло, это... Блин, я, кстати, не помню, когда она вышла, но это реально было давно. Дайте подумаю секундочку. Так, какой же год-то? 2017, что ли? 2018, что-то такое вот. Офигеть, время идет. Да, вроде 17-й год, если мне память не изменяет. На диске, да, написано 17-й, я сейчас посмотрел. Блин, прикольно вообще. Что-то я не ощущаю сложность вообще никакую, кстати говоря. Может, она, конечно, и есть, но я просто настолько уже привык к Tekken'у. Жизнь установим. Там прикольно, научись играть в один Tekken, в любой вообще, хоть с третьего, наверное, примерно начиная. Ты научишься играть в любой Tekken, который дальше будет. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, там еще вот это, классные были Tag Tournament и Revolution.
Мой любимый, конечно, ну не знаю, если играть, наверное, вдвоем, то TAC Tournament 2, он самый такой четкий был. А если вот одному, то Revolution был просто классный. Мне очень нравился. Если тут был Revolution, вот этот, он был фри-ту-плейный, я объясняю, почему он мне нравился. Ты играл, и пока ты играл, у тебя копились вот эти там деньги, очки, вот эта всякая фигня, как здесь, грубо говоря. Но там ты получал за это персонажей. То есть ты мог просто, играя, выбивать персонажей, играть в онлайне, по-моему, не помню сколько там, ну, грубо говоря, 3 или 5 раз. Ну и пока ты играл, у тебя там раз, по-моему, в 30, что ли, минут, или во сколько-то восстанавливалось, или раз в 20 минут восстанавливалось. О, игра на повышение. Это у нас Мордюк, Мордок, как так его вроде зовут. Если не перепутал. Ай-яй. Оу. Вот это опасный маневр, блин. Хочу что-нибудь вспомнить, сделать, но... Как видите... О! Еще хотя бы так, чувак. Ладно, он со мной меня не убьет. Бум, бум, бум. Блин, и шумится прикольно, особенно вот этот костюм у него, мне вообще нравится. Если бы я часто играл в МК, ой, блин, в МК, что я говорю, в Tekken, я бы, наверное, купил бы все-таки Season Pass какой-нибудь. Но я бы купил, наверное, первый, потому что в первом самые такие персы, как по мне, интересные. И там еще боулинг-режим. В боулинг-режим я бы с удовольствием поиграл, но мне жалко денег, ребят. Просто жалко денег. Он тогда стоил, по-моему, вообще 1500 или 2 Season Pass. Потом он 1000 стал стоить, сейчас вот по скидке он там, по-моему, 500, то ли 30 рублей, то ли 560 рублей, ну, грубо говоря. Ну, такой, 500 рублей за, что-то там, грубо говоря, боулинг и пару персов, я такой, как-то не сильно я готов деньги отдать за это. Хотя, фиг знает, может, если будет эта скидка, да, там, через месяц, через два, грубо говоря. Хотя ее, наверное, не будет. Это я бы купил себе, наверное, первый сезон пас. Жалко новые арены в сезон пасе. Вот это мне не очень нравится. В плане того, давали бы их бесплатно, как в других частях. Они арены продают, чтобы вы понимали, там за 200, что ли, за 300 рублей. Это, по сути, ну, ничем они друг от друга не отличаются. Вот. Ну, вот это ладно. Это просто в открытом поле, грубо говоря. А там в закрытой коробке арена. И чё, и чё? Почему она стоит 200 рублей? Почему в МК, грубо говоря, да, ее дают бесплатно там? В том же Tekken'е, в TAC Tournament'е, вообще даже персы бесплатные были, кто помнит. Вообще, помню, главное, мы играли, у нас открывались новые персы, мы играли ими. И однажды, я помню, я ушел, то ли чай делал, то ли чай. Говорю, ребят, играйте, короче, в Tekken. Вот я запустил приставку, говорю... Вот заходите, играйте пока в Tekken, сейчас я приду, поиграем. Прихожу. Главное, я помню, я выбрал какого-то перса и даже не заметил. А они такие, а я, пожалуй, сыграю вот этими. Я такой, чё, кем? Говорит, да вот, вся игруха обновилась, тут новые персы добавились. Я такой, ничего себе. Прикольно, слушайте. Прикольно. Короче, реально было классно, весело. О, Ишимицу верс Ишимицу. О, какой-то у него башка, смотрите, прикольная какая-то. Хочу тебе башку такую. Ну, конечно, можно ее, наверное, купить или выбить, наверное, из этих рандомных лутбоксов. Хотя, может, и купить можно. Или... Блин, ну как ты это сделал? Я тоже так хочу научиться делать. Стой. Да не бей, я кое-что попробую. Блин, да хорош. Короче, он не даст мне попробовать. Пробовать надо в режиме или с другом, когда играешь. Что я тоже это. Думаешь, я не проверну ту самую схему против тебя? Ох, как ты сильно ошибаешься. Йоу. Ё-моё. Давай. Опа. Я, кстати, даже пару ранг боев сыграл. Я выбрал рандом. Жалко, тут нет Макуджина, кстати. Макуджин это абсолютный рандом, как говорит мой друг. Ну, действительно, Макуджин было прикольно поиграть. Ну вот, я выбрал рандом, а мне выпал, короче, Джин. И я Джином сыграл что-то 3, что ли, боя в онлайне тут на ранг. 3 боя выиграл, короче. 3 боя. 3 боя. Не знаю, почему так 3 боя. Трибоя! Как будто вынимать. Трибоя!
Ох. Нет, все-таки иногда хорошо, да, сыграть в Tekken. Он как-то прям. Не знаю, сегодня что-то еще погода такая противная. Дождик какой-то на улице, прям. Прям никуда не хочется идти. О, дождь закончился, вроде бы. Неужто? Неужто? Только да, там такая просто лужа теперь. Полдня на дождь шел, офигеть. Полдня, вы прикиньте. С самого утра я как проснулся, он шел. Опа. Сора. Анна. А! Анна, блин. Класс. Ну и фиг с ним. Ай. Ты чё? Прикольно, что они Tekken не забросили, а развивают. Я вот почему к нему вернулся, сейчас расскажу. Я увидел новость, что типа Tekken добавляет нового перса. Я такой, блин, прикольно. Да ладно, типа его еще, ну типа поддерживают. Он же вышел в 2000, каком я вам говорил, 17, по-моему, да, году, секунду. Стоп. Это у нас не онлайн будет, да, 2017 год, то есть в 2017 году, вы прикиньте, 2017 год, до сих пор играется классно, да и графика, в принципе, неплохая. Я, конечно, вижу вот это немного замыльность, я бы так это называл, особенно когда я перешел с нее, хотя, да, я играл в Fortnite, грубо говоря, и Genshin Impact в последнее время, но я сам заметил, когда я включил Tekken, вот эту вот легкую замыленность. Ну, к ней что-то привыкает, глаз, видать, привыкает очень быстро, буквально за один бой. И все, и ты уже не видишь вот этой замыленности. Но когда ты резко включаешь, ты видишь вот эту вот, как сказать, легкую замыленность. Самое прикольное, я его установил, он что-то там скачался, такой, ой, скачайте персы, какие у вас есть, это, а то может сбиться себе, такой, окей. О, Зафина, блин. О, она тут DLC перс. Блин, она классно выглядит, кстати. У-ху! Да блин, песоц. Да, тут уже как-то можно было... Блин, я раньше помню вот это вот... Это... Не, не это... Когда он бьет, то типа психованный меч, или как это назвать? Ну, вы поняли, он такой типа... У него меч, и он фигарит как бы рукой, а не мечом. Так прикольно. Блин, я даже раньше умел это делать, сейчас уже ничего не помню, вот, серьезно. Кроме вот парочки приемов, которые вы видите, собственно, на экране. Оп. Ай. Во, вот это вот. Я вот про это говорил. Что-то походу назад квадрат связано. Кайоу. Блин, я в Tekken играл. Вот, серьезно вам говорю, с третьего по. Да, в третий Tekken я начал играть. Причем, я помню, автоматы были в разных городах. Я ездил тогда с родичами. То есть по разным городам. И видел прям автоматы. Мы кидали что-то рублей, по-моему, 5 или 10 и играли, короче, до одной или до двух смертей. Что-то типа того. Наверное, до двух, скорее всего, смертей было. Потом я помню, у чувака уже появился. Короче, ну, я у кого-то в этом... Я в цирках ездил, так вот. Мы в гостинице цирка жили, и там вот какого-то мужичка, по-моему, да, у мужичка была Сонька первая. И он это собирал всех, и все играли в Tekken. Там что-то и взрослые, и дети, и так прикольно было, кстати говоря. Мы по очереди играли, ну кто умирает, короче, тот передает джойстик, короче, вот так вот было. Кто выигрывает, тот продолжает играть, и, в принципе, с этого, я думаю, и пошла такая традиция, всегда мы так же, в принципе, и делали, когда с друзьями собирались. То есть, если ты выиграл, у тебя есть право, короче, ну или ты просто задолбался, ну или просто хочешь иногда рандомно, ты передаешь свою очередь, а так... Йоу. А потом, я помню, когда у меня Сонька появилась, сначала был, естественно, Tekken 3, потом мне стало интересно, я нашел, я помню, Tekken 2. Tekken 2 я прямо очень задрочил, там всех персов выбил. Там что-то одним проходишь, открывается второй что-то. Другим проходишь, открывается тот-то. Там прям сзади было нарисовано, кто открывается у тебя, когда ты проходишь вот этим персом. Было прикольно. И потом...
что-то чуть позже я еще Tekken 1 вырубил, но Tekken 1 я помню, я поиграл и такой, ну да, Tekken 2, конечно, и Tekken 3 намного лучше были. Причем я помню, мне даже Tekken 2 чем-то, я обожал Tekken 3, но Tekken 2 мне даже чем-то больше тогда зашел. Потом, как ни странно, четвертая часть вообще мимо меня прошла. И потом уже пятую я играл, четвертую я, по-моему, буквально пару раз, если не ошибаюсь, сыграл, и больше не играл. Пятая у меня уже была, четвертая у меня не было, я ее у кого-то поиграл, я помню, и все. Естественно, шестая часть была на PSP, потом на PlayStation 3, потом уже Tag Tournament, и вот седьмая. Собственно, и конец. Нет, я еще жив. Класс. Заговорился. Короче, Tekken это прикольно, Tekken это наше все, грубо говоря. Ну, серьезно, это такая игра прямо из детства. Я еще помню, кстати, классный файтинг был. По-моему, Urban Ragins, или как так, или Urban Rage он назывался. По-моему, Urban Ragins, как-то так. Там было вот этот лау. Ну, как дополнительный персы с Tekken, и тоже игруха прикольная была такая. Но она была на PlayStation 2, и она, видать, не сильно выстрелила, потому что на третьей Sony ее не было. Ну и переиздания не было, на четвертой, естественно, ее нет. На пятой, естественно, рано что про пятую сейчас говорить. То есть пятой-то ни у кого нет, это, мне кажется, не будет с такими ценами, блин. Я 20 тысяч не могу, грубо говоря, найти, а они меня такие 50. Заплати за Соньку, просто за Соньку и за игры еще, пожалуйста, по 5. А, да еще джойстик для друга купи за 5. Я такой, хо-хо-хо, а вы недооцениваете, вы, о, извиняюсь, недооцениваете, переоцениваете меня. Я получаю 18-20 тысяч в месяц, 5 из которых отдаю, у меня 15 тысяч на месяц. Они там 150 тысяч на месяц, и даже не 100 тысяч на месяц. Да даже, блин, не 50 тысяч на месяц. Если бы у меня было 50 тысяч на месяц, я бы еще, наверное, грубо говоря, мог бы отложить там, я не знаю, 3-4 месяца, грубо говоря, да, и купить бы. С 15 тысяч, грубо говоря, что я отложу? Ребят, посчитайте, вот с 15 тысяч что можно отложить? Я даже не знаю, 500 рублей в месяц, грубо говоря, или меньше даже, и что? Я буду так копить, я уже помру, когда накоплю. Она чуть подорожает, наверное. Так что четвертая Сонька наша, все. Причем феточка моя толстая. Даже не слинка, даже не порошка, а именно феточка, которая орёт как паровоз. Как самолет, извиняюсь. Ну и как паровоз, в принципе. Хоть ее и чистили, я ее чистил и сдавал в ремонт, ее там чинили, и я разбирал ее, чистил. Ну, самое главное, работает, и тьфу-тьфу-тьфу, и слава богу. Вот так вот. 50 сессий. Вот так вот, ребятки, мы поиграли в Tekken, я, честно, даже наигрался, в принципе. О, прикольная маска ворона для Ишемицы. Я заметил, что тут стали выпадать вещи не только для того перса, кого ты, кем ты играешь, потому что я играл до этого, я рандомно врубал тоже вот эти бои со сокровищами, мне выпал... Кто мне там выпал? То ли... Блин, а, Ли, мне выпал, точно, Ли, и мне выпал вообще, я с кем-то подрался, мне для Ларса выпало, понимаете? Костюм я такой, о, прикольно. Это реально хорошо, что ты, когда играешь одним персом, и тебе стали выпадаться предметы для другого. Потому что раньше, я помню, каким ты играешь, для того и выпадают. И это, с одной стороны, ну, что-то как-то не сильно, что ли, правильно. Потому что вдруг мне вот не нравится, ну, я не знаю, ну, к примеру, какой-нибудь Кинг, да? Ну, Кинга я люблю, естественно, но вы понимаете. К примеру, не нравится мне Кинг, и чё, я вот, ну, за него... То есть мне хочется для него кастомизацию, но я за него не умею, допустим, играть. И чё мне делать, да? Ну, теперь все нормально. Блин, сколько ж тут персов, а? Офигеть, даже Ноктис из Final Fantasy. Ой, да уж. Давайте вот так вот сделаю, чтобы вы посмотрели список уже персов. Задники тоже поменяли, прикольные сделали, кстати. Добавили там много всего. Я еще недавно смотрел что-то ролик на YouTube и такой увидел вот эту кунемицу, такой, блин, прикольно.
блин, установлю себе Tekken, поиграю за Кунимицу, и тут вспомнил, что в седьмой части Кунимицу это DLC персонаж, это не бесплатный, как в Tag Tournament, я такой, поиграл, спасибо. Ганрю, блин, такие персы еще классические, классные, Зафина, Юлия, Мардюк, неважно, Анна, новый вот этот какой-то Джиз, Киз, ну он так себе, если честно, но мне не сильно нравится. Вот Лей четкий, Ноктисом, наверное, прикольно поиграть, Армор Кинг это уже классика, Неган, ну, спорный перс. Лерой, ну фиг знает, не играл за него, вот этот тоже фиг знает. Вообще не сильно люблю вот этих массивных, огромных персонажей. Лидия, наверное, классно за нее поиграть. Я уверен, что Лидия это был бы, наверное, если из всего вот этого верхнего, это был бы, наверное, мой перс. Естественно, Лей у меня друг играет за Лей, я сам за него пару раз играл, мне нравится за него играть. Лизу я сразу купил, как только смог, что-то за 150, что ли, на рублей было, или за 200, за адекватную цену, не то, что сейчас. Вот так вот, ребятки, остальные персы, ну, классика просто уже. Хорошо, хоть бесплатные. Ой, ну что ж, с вами был Дейдара 2, не один. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и, естественно, вы можете мне помочь, не знаю, на DLC, к примеру, вот к Tekken'у, кинуть мне помощь. Все будет внизу в комментариях. Всем пока, с вами был Дейдара 2, а не один.